Всем привет, друзья! Вы на канале Cold Gameplay, с вами Саня. Мы продолжаем наш цикл прохождений RDR. Так, собственно, мы в прошлый раз спасли, значит, каких-то мужичков. Здесь остров небольшой, как мы помним. Это мы на вот этом каком-то непонятном острове лазим. Ну, пойдемте поможем мужику, какому-то неизвестный человек. Сейчас найдем его. Дерево такое большое. Вот этот? Раз у нас было, что-то не понял, в чем прикол. Ну да, в прошлый раз мы вот сбегали от этого типа. Ну, что-то или автосейв, что-то не произошел или что. Да, Левит Корнелл, да. ¿Quién es este hombre? No lo había visto antes. Estaba sirviendo en el bosque, un tipo raro. Да, мы в прошлый раз этих всех чуваков и так уже как бы спасли. Блин, странно, что не было автосейва. Что-то я ничего не понял. Let's sneak down and take a look. Which way? I told you. Baptiste, you don't look good. You should rest here. Okay. You'll need this. Сейчас опять будем с этим тупорылым дедом ходить там еле-еле. Come, follow me. Да и я сам бы уже давно прошел, давай. Если они нас поймают, то точно убито рабочих, да. Ой, не придется. Да, я уже знаю, пошли здесь. Давай, дед, иди уже там за мной, ты тормоз вообще. Как я ненавижу вот эти заскриптованные сцены здесь, это просто жесть. Какие они медленные, ну. Тупой дед, ну ты идешь, нет.
За тобой, да я уже давно прошел здесь все, пока ты... Вот мне вот эта игра, единственное, вот чем мне нравится, то что здесь многие вещи вот такие медленные. Продать предметы надо нажать и держать полчаса кнопку, чтобы вот она покрутилась там. Как это вообще, знаешь, то ощущение, что разработчики такие, блин, ну чуваки быстро, наверное, пройдут. Давай лучше пусть, типа, там что-то вот долго сделаем, чтобы он прям нажимал, вот там долго так шло, и вот миссии вот эти вот размазанные по полчаса там в два действия. Вот здесь я бы, он сказал, ты беги там, я бы сам давно уже пробежал. Нет, за этим тупорезом. Давай, иди. Просто, ребят, это вообще, я не знаю, невыносимо просто. Estás enfermo. Toca a ver cómo sigan los prisioneros. A ver si el gringo ya abrió la boca. Claro que abrió la boca. Siempre lo hacen. Watch it. Да это ты вообще, блин. Блин, странно, конечно, аж обидно что-то. Блин, я в прошлый раз точно на прошлом видосе проходил это все. Да погнали, никого нет уже там давно. Hercules getting a boat lined up to get you and your men out of here. Just meet him at Cinco Torres. We'll be there. Good, good. Here, this is for you. Thanks. It's not much, but it's the least we can do. Good luck getting home. Давай, давай. Так, ну вот, мы в очередной раз это все выполнили. Вот здесь вот эта сохраненка должна была быть именно с этого места. Так, теперь мы идем к Датчу. Идем к Датчу, посмотрим, что у него там за задание. Вход в пещеру он там ищет. Так. Так, а где он там ищет? А, ну он наверху, наверное, да?
Сейчас поглядим. Вот в крепость. Далеко бежать. Свинья была. Так, я вообще правильно иду? Тут... Ну, как бы правильно, да можно было и тут, блин, ну, навигатор вообще дебильный просто. Сейчас. Сожри что-нибудь. А, у нас и жратвы-то нету. Нифига нет. По-любому потом возле речки будет. Ну да. Так, а тут я могу слезть аккуратненько? Да стопудово он там возле реки где-нибудь. Пойди, водопад вон там или еще что-нибудь. Давай отдохни, почему-то. А, блин, полюбас сверху теперь. Так. И вот еще капли воды. Еще капли воды. Еще капли воды. Капли воды. Ага. Так, ну вот тут уже интереснее. А вот и бомж. Краснокожий наш. What's the plan? Well, I found the cave Herr Kuhl spoke of, and also a guide. She's up ahead. Follow me. Проводница. The entrance is along here. Just watch your footing. Indiana Jones прямо мне. So, what do we do when we get out of here? Well, Javiera? Gonna get the hell out of here and set sail for the one place ain't nobody gonna be expecting us. Get everybody together and get ourselves back on course. Where would that be? Place we just escaped from. You wanna go back to Saint-Denis? If it was you got left, you'd want us to go back. I'd want it, but I wouldn't expect it. That's the point. Ain't no one gonna expect it. We come back from the dead, gather everyone, and we leave before anyone realizes we leave and resurrect. We look like what we are. Bunch of desperados on the run. But with the women, the change of clothes, we're a choir or a gang of pilgrims or something. Whatever you say. A bunch of penniless fugitives on some Caribbean dump, sneaking through caves like two of our best men got shot back home. How could I doubt you, Dutch? You got no idea, Arthur. No idea at all. I will do whatever it takes for us to survive. I guess that's what I'm afraid of. Hold on. Why? Gloria!
Buenas noches. Buenas noches. Dinero, the money, the gold. Aquí. Dámelo. Oh, it's genuine, the old hag. Vamos. Vamos. Rápido. Now that gold right there, that's the last bit of gold I have in my pocket from the bank. The rest of it is at the bottom of the sea. Exactly. Точно, Индиана Джонс, слышь, шляпа у меня классная. Идите за мной, только не отставайте. Идите за Глорией через пещеры. You know, Слушай, разве Фусар не был в числе тех, кто... Да? Да, ты прогнал, что где-то слышал это имя. So I met up with Leon. That situation with the workers is dealt with. Captured, tied up, beaten, poor bastards. No, that was me. Are you sure this Hercule fellers ain't just using us? Almost certainly. But he's the best chance we have right now of getting out of this place. Да, можем отсюда выбраться. Очень скоро кто-нибудь поймет, кто мы такие, и сообщит о нас в Америку. So what happened with John in that bank? He survived. Unlike dear Jose, nobody. The only one they took alive. Why is that, you think? I don't know. I was already on the roof. I didn't see it. And Abigail, I presume she was able to slip away in time. What are you talking about? You know, when I look back at all the chaos of the past few weeks, the apparent superficial chaos, I begin to wonder, maybe, for somebody, this is all going to be exactly to plan. Still, I'm not sure what you're saying, Dutch. Мы уже близко, заткните хлебальнички. Pardon me, my queen. Please come help me with this. Just lift it. Okay then. Закликивание тоже вот. Мне кажется, это какой-то пережиток прошлого, вот, 500 раз надо по кнопке ударить, блин. Честно говоря, как-то в современных играх это бесит. Ну, сделать и нажал, открылось. Вот, вот как будто это прям вот сложность такая, вот, что прям нереальная, что прям невыполнимая. Окей. Пей more. Пей now. Плати. What was that? Horrible old crone. But you killed her. She was gonna betray us, Arthur. Couldn't you tell? No. Well, I got some Spanish. She was. You keep killing folk, Dutch. Что-то Дач, короче, хреновый человек. I am just trying to make sure that some of us survive, Arthur. Now, shall we proceed? Yes. Yeah. Listen, son, you think I want any of this? I don't know. Of course I don't. But I made a pledge to you all. We would survive, no matter what. So how did you know she was going to betray us? What'd she say? It was in her eyes, in the way she was leading us. But you said you knew Spanish. I know human beings, Arthur. Got it, trying to be the fish. You're gonna strangle me next. I'm doing the best I can. I don't understand. Who are you? I come from Mexico. I never met those men. Does anyone believe him? Mr. Simon doesn't believe you. Even the mule doesn't believe you. Es un hijo para tanto. Sí que deja de actuar. Sabemos que no estuvo tan fuerte. Fue bastante duro. No, la próxima vez será aún más duro.
Bueno, ha sido un placer. Siempre me encantaron los mexicanos. Короче, тащит нашего пленника, корешка нашего, себе куда-то. Не слушают этого идиота, если не будем шуметь, они нас не заметят. Спасибо, здесь красиво, потому что графоний мне нравится. Ourselves a little distraction and then poof, we will disappear. Давай свой отвлекающий маневр. Take the other side of this door. Ni es una civilización, un país civilizado. Me podría costar mujeres que usan. Дождаться, пока охранники уйдут. Ну, давайте ждем. Это очень интересно ждать, пока охранники уйдут. В этой игре вот все сделано, чтобы затянуть время, вот прям вот искусственно. Ну вот можно же было, что мы пришли, охранники такие раз и собрались уже уходить, да? Ну понятно, что это же вот такое, да, вот, ну как бы утрирование, да, то есть, ну не обязательно же прям, чтобы это было прям вот капец там как реалистично, да? Сигареты, нахрен бы они мне нужны были. И вот здесь, говорю, часто вот это вот затягивание сюжета, оно вроде бы как реалистично, но, знаешь, когда играешь, хочется как-то, ну, там, ну, что-то быстрее сделать, да, тебе зачем вот этот супер-мега-реализм, где там надо 2 часа к чему-то готовиться, 3 часа поспать, 5 часов там в засаде сидеть, зачем это? Кто хочет такой реализм, тот играет в какую-то такую реальную, прям, супер-мега-реалистичную игру. Go close the windows and the doors. Go on, quick. Что? А, вот это. Ставни закрыть. И что, он хочет подпалить тут все? Да иди уже, пожалуйста. Типа, да, чтобы загорелось тут все, в общем. Я уже зажегся. Так, и что теперь? По твоему супер плану, блин.
картину, как блин, бегать за каким-то ушлепком, ждать, пока он там что-то, знаешь, сделает. Да. Там чувака казнят, сейчас уже нахрен, ты давай вот тут обойдем, давай тут сожжем, блин. Давай, тащи, тащи, тебе полезно, да. А то все я тащу обычно. Thank you.
правительством. А сколько их сдерживать? Еще два часа мне их отставили копы там, что ли там? А, нет, все. Я уж запарился стрелять там. Не, оно, конечно, интересно. Можно было поменьше немножко. It's like I said, Fusar knows who you are and knows the price on your head. It's a big problem. I see. But if we can silence him, then I can help you escape before anyone has time to get here from America. That way, we all get what we want. We want to get the boat you promised us. And you will. But you have found yourself in the middle of a war, I'm afraid. Fusar has called in the Navy from Cuba. There's no way a boat could leave right now. Hercule, негры во Франции уже тогда были, походу. Короче, по замыслу Датча мы должны вернуться. So I guess great minds think alike. So what now? We fight or we win. Я красиво хочу.
Ватерлинию, блин, стреляет. Дым, туман, ничего не видно, блин, ватерлинию, блин, стреляет. Чтобы не воды набрали. Ну да, я всегда так и делаю. Oh, they'll be back, but I found a boat for you. And he should be arriving on the dock anytime now. Great. Micah, go meet with the captain. If he's amenable and discreet, tell him we'll be ready to set sail soon. Bill, come help me collect poor old Javier. Sure. And cool. It was a great pleasure to make your acquaintance. Боевой корабль затопили, молодцы. Нехило. Сцены показать, зачем мне держать кнопку, вот чтобы он шел. Ну блин, ну ребят, ну это настолько глупо как-то вот, типа интерактив. Короче, спать они легли, значит, ночь прошла. Долгожданное бегство из рая. We got a real problem. Nice Mr. Fusar don't want us going nowhere. He knows just who we are. If he can keep us here for a few more days, well... And what about the captain of the ship here? They got him trussed up like a hog. Guards all over the place. Got us surrounded with gun positions, so when we try to sail out, he's gonna blow holes in us. This fella is really beginning to try my patience. He ain't even had you tortured yet. I like the man's style. It's thorough, nasty, vindictive. In this instance, I don't see we got any alternative, but we go and free our friendly captain and destroy the artillery. For once, I agree with you.
They're cool? Oh, I'll fight Alberto Fusa every day I can. All right. Bill, you're gonna guard Javier on the ship here. Micah, короче, все согласны, что надо Фусара этого укокошить, в общем, освободить капитана корабля и успешно куда-нибудь уплыть на нем. Ну, куда? Назад в Америку, эти же олени откуда уплыли, туда и приплыли уже. Ах ты собака. I got you now, you bastard.
bastards, my friend. But only one of us. Это ты, Фусар, что ли? Some would-be emperor's whore. We know who you are. And nobody knows who you are. Not even your goddamn father. You maggots are going to die. Eventually, I'm sure we will. But not today, not because of you. The U.S. Navy is on the way. I am sure they are, which is why you're going to let us leave. Well, you are dying right here. Here! Усар свалил. I suppose you men are my cargo. Dutch Vanderlyn, I am sorry you got hurt. Captain's head. Let's go. Gentlemen. Джентльмен, варим назад в Америку. А, ну сейчас надо опять будем пробиваться. Это было круто. Got it for you, Javier. Captain, can you handle the ship? I'll be fine. Come on, we'll get going with the tide before I get any more surprise interviews with local officials. Are you gonna be okay? We'll be like you. We'll disappear probably. Back to Haiti. Believe me, we'll be long gone by morning. Good. Thank you. Спасибо, брат. We survived. Ну, выжили. Да, с трудом. Ну что, возвращение, триумфальное возвращение в Америку ждет. What now? What now? What do you mean, what now? I mean, we're headed back to Lemoyne again, and we're all wanted men. We slip ashore one by one, find out what's what. We don't cut and run now. Head back to Blackwater. No. Why not? Because last thing they'll be thinking is for us to turn up. We've been on the run for a while now, and it feels like our luck has turned. You know, and I ain't turning back. We had a good run of it, I guess. We ain't even played our hand yet. We just need to put some more money in our pockets. Make our escape.
Broke, alone, they're gonna pick us off one by one. And you know it. Maybe. Not. Maybe. We need to split up. Keep a low profile. Try to track down the rest. But careful. See if they send any mail. Arthur, you check Shady Bell. We'll find each other eventually. We always do. And then what? Then we meet up. We gather the family, we get some money, and get the hell out of there. That's the plan. We all acting crazy, and that's not what I thought we were going to be doing here. We have been in a bad way. Listen, I will kill for my family. If you want to judge me for that, that's fine, but that is who I am. Anyone disagree? Anyone? Короче, такой дач прям, ух, мужик прям тут всех построил, оборванцев своих. Ну что ж, мы как бы вернулись в Америку, ну или плывем еще. Ой, опять, я только думал, мы сейчас уплывем, уже там все, короче, там, ну конечно. Не тут-то было, дорогой дядя Тацит. Shady Bell. Давай, брат. Это не то болото, откуда мы тогда свалили. Нет. В магазинах можно купить, модифицировать новое оружие. Какое новое? Где-то магазин. Что вообще за Shady Bell? Где он находится? А, с этой стороны они, короче, причалили. Угу. Не так уж далеко от Сен-Дени. Скажу я вам. Так, это что такое? Скупщик. Так, отель. Так. Так, а где желтая вот эта метка на карте? А, ну, на своем месте. Это то место Shady Bell, это откуда мы свалили изначально. Круто. Так, ну что ж, мне придется взять красивую лошадку, хоть и чужую. На ней чесать дальше. Да. Интересно, люди жили в то время. Все было непредсказуемо. Природа была красивая, еще не загаженная людьми. Объедем. Стоп, птичек.
запас выносливости даже пока вот это все. Подсказки, которые помогут найти банду. Штраус, вы здесь? Подсказки, да? Ну, давай. Milt keeps sending us back every day to search this place. There quite clearly isn't a gang of outlaws held up here. Look, those are fresh footprints. Ой-ой-ой. Looks like someone might be here right now. Sure, someone is here. There's always someone everywhere. Well, let's look around, see if we can find something for Mr. Milton. Mr. Milton, I'd like to find a poison snake for him. That's enough, Mr. Johns. You take Mr. Bunter and search around back. Mr. Worley, let's head inside. Gentlemen, be careful. Так, ну и чё, мы так и ничего не нашли, собственно. Теперь будем уже искать то, что нам сказали искать. Ой, не знаю, где там. Чё сменить? Так.
ничего нет. Что тут искать вообще? Взять. А, это чувака взять. Тут ничего нет. А, вот сюда. Вот здесь еще комната. Так. Взять бурбон. Так. И что тут? Нифига нету. Какие-то подсказки. Подсказки. Никаких подсказок нет. Так. Так, здесь у нас... Так, здесь у нас... Ой, блин, что на желтой. Так, карточки эти, нафиг они мне не нужны. Так, здесь тоже что-то ничего нет. Чё ищем, чё надо? Ну вот, вот тут что-то, мне кажется, бумаги вот какие-то. Нет. А, вот, может, здесь? Нет. Здесь нигде ничего нету, а что-то надо найти. Так, ну ладно, давай на первом поищем. А, надо же осмотреть товарищей. Так, хорошо, давай здесь. Взять оружейное масло. Так, панталоши нам не нужны. Сигара нафиг не нужна. А вот письмо подойдет. Его-то мы и ищем. Tacitus, I do so hope you enjoyed your vacation. Lucky you, leaving like that. And you always suggested you were too old for traveling. I hope you and your cousins enjoyed yourselves. Me and your grandnieces have decided to take a trip of our own. Well, thank you, darling niece Caroline. I guess I'm coming to see you in the cake. И лошадка-то меня слушается. Хорошо. Так, и где это? О, на. То есть я отсюда приехал, и мне сюда почти надо вернуться. Ёкарный хлебушек. Так, ладно. Ну что ж, ребят, на этом, наверное, на сегодня эту серию мы заканчиваем. В следующей серии мы обязательно продолжим наш путь к деревушке Лаке и узнаем, что ж там или кто ж нас там ждет. Так что не забывайте лайкнуть видосик, подписаться. С вами был Саня. Всем пока!